Суббота, 27 апреля, будет рабочий. Этот выходной перенесли на понедельник, 29 апреля, чтобы продлить майские праздники. Еще одним нерабочим днем, который присоединится к праздничному, станет 30 апреля. Его перенесли со 2 ноября. Таким образом, отдыхать мы будем 4 дня, с 28 апреля по 1 мая. Затем нас ждет самая короткая рабочая неделя, всего 2 дня, 2 и 3 мая. После обычные выходные 4 и 5 мая. Затем вновь короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. И праздничные выходные с 9 по 12 мая.